Откроется центр экспертизы Wildberries, в котором будет осуществляться приемка поставок от производителей региона и проходить мастер-классы. Wildberries. Давайте развиваться вместе. На сцену приглашаются наши уважаемые гости. Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Миниханов, генеральный директор Wildberries Татьяна Владимировна Богальчук и руководитель исполнительного комитета Народного муниципального района Михаил Павлович Майк. Добрый день. Нам очень приятно, что мы не так давно обговорили все вопросы старта строительства крупнейшего логистического центра. И уже сегодня запускаем начало строительства. Это большой интересный проект. И, конечно же, нет никакого сомнения, что этот проект будет успешным. Я хочу пожелать нам хорошей, успешной работы. Значит, прошу моих коллег, вот и муниципальную власть, и республиканскую власть, какая нужна будет поддержка, оказать поддержку. Вопрос же не только в том, что мы его построили. Надо здесь подобрать персонал, организовать работу, все эти вопросы тоже очень важны. Объект, он очень стратегически нужен также для республики, потому что это еще одна товаропроводящая сеть как в республику, так и товары, которые производятся у нас, имеют возможность перемещаться уже на другие территории. Поэтому хочу пожелать успехов нашему проекту и очень надеюсь, когда... Мы готовы. Аплодисменты вот этой симпатичной девушке, которая решает крупнейшие такие инфраструктурные проекты. И сегодня Wildberries это лидер своей электронной торговли. И пожелать дальнейшего развития. Слово Татьяне Владимировне Богальчук. Прежде всего, я хотела сказать огромное вам спасибо за то, что вы предоставили нам возможность построить здесь своего рода форпост, потому что до этого у нас все строительство шло только в Московской области, и для нас это очень важно, и спасибо большое за доверие. Вот. Также хотела сказать большое спасибо за поддержку. Все прям с первой минуты идет как по маслу, и фактически даже наше сотрудничество с фондом «Моногородов» мы тоже начали с вашего пункта. Так что спасибо. По поводу нашего центра, который здесь будет построен, здесь будет 100 тысяч квадратных метров. Это даст возможность создать в республике 4 тысячи рабочих мест. И это, если не брать во внимание тот факт, что рабочие места будут созданы не только нашей компании, но и для наших текущих и будущих поставщиков. И не могу не отметить, что в Татарстане просто потрясающее трудолюбие, работоспособность. Если взять для примера наших сегодняшних поставщиков, их всего 50
компании, это малый и средний бизнес, но тем не менее в этом году они сделают оборот продаж через нашу компанию порядка 1 000 000 000 рублей. Это очень круто. И это в среднем превышает намного показатель нашей компании. Это учитывая, что у нас большие гиганты, типа там Остина, Соливера, там Манга и так далее. То есть большое уважение вызывают республика и ее жители. Спасибо большое. Надеюсь, что у нас все получится. У нас есть вопросы, которые связаны с площадкой, вертикальной планировкой, кое-что перенести. Я с Олеховым переговорил, мотор Интернаси, значит, управляющая компания должна все эти вопросы решить. То, что мы обещали, мы должны сделать. Дорогие дамы и господа, итак, торжественный момент. Мы объявляем о начале строительства нового распределительного центра Wildberries в Татарстане. Thank you.